Здравствуйте, с вами вновь Зося. На сегодняшнем уроке мы будем с вами делать рамку к картинке, анимировать ее и сделаем подпись. Для этого заходим в файл, открыть, выбираем картинку, два раза щелкаем по слою левой кнопкой мыши, чтобы снять замочек. Окей, замочек исчезает. Создаем новый слой. Зажав левую кнопку мыши, перетаскиваем его вниз под нашу фоновую картинку. Фоновую картинку выключаем, глазик закрыли. Стоим на нижнем слое, берем градиент. Я взяла желтый. И в любом направлении левой мышкой провожу по нашему слою. Как видите, слой окрасился такими светло-желтыми полосками. Включаем верхний слой, становимся на него. Идем в редактирование, свободное трансформирование. И зажав левый shift, чтобы картинка не исказилась, тянем за наши маркеры. Вот у нас, видите, по краю получилась желтая рамочка. Enter, применить. Сливаем два этих слоя. Для этого нажимаем Ctrl плюс E. Объединились у нас слои. Как видите, получился один слой. Дублируем его. Ctrl плюс G. Этот слой выключаем. Становимся на нижний слой. Выбираем кисть со звездочкой. Меняем только размер. И начинаем щелкать по картинке. Можно два раза, чтобы они были поярче. Можно один, можно три раза по нашему слою. Можно по водной поверхности. Вот я немножко здесь добавлю звездочек, чтобы она у нас как бы блестела. Уменьшу размер кисточки. Сделаю звездочки поменьше чуть-чуть. Вот так. Пусть будет. Теперь увеличим чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Если она смазалась, у нас сделаем отмену редактирования, шаг назад. И опять меняем размер. Еще добавлю чуть-чуть в нескольких местах. Перехожу на другой слой, на верхний. Здесь глазик выключаю. Слой активный, верхний у нас. И снова щелкаем наши звездочки. Уменьшу сразу. Продолжаю щелкать. Смазалась. Делаю отмену. Спешить не надо, как говорили в одном из известных фильмов. Щелкаем, продолжаем. Чуть-чуть залезла отмена. Для этого у нас есть редактирование, чтобы сделать отмену. Увеличу слегка. Кропотливый труд. Но он оправдает себя. Все, хватит. Идем, окно открываем, анимацию. У меня открыто оно. Один кадр у нас есть. Ставлю на нем 0,1 секунду и дублирую его. Два кадра у меня здесь и два слоя здесь. Становлюсь на первый кадр. Включаем на нем глазик. На верхнем слое отключаем. Становлюсь на второй кадр.
и включаю второй слой. На нижнем отключаю. Смотрим, что у нас получилось. Вот смотрите, как замигали наши звездочки. Можно сделать поменьше. Время поставлю 0,2 секунды. Пусть будет так. И теперь сделаем надпись. Например, сделаем, я напишу «Спокойной ночи». Цвет белый. Вы можете выбрать в соответствии с вашей картинкой цвет. И пишу. Выбирайте шрифт и посмотрите за размером, чтобы все было в соответствии с вашей картинкой. Опять-таки в редактирование, свободное трансформирование, растягиваю нашу надпись. Вот так. Enter. Могу применить стиль слоя. Любой выбираем здесь. Такой, такой. Смотрим, какой нам больше понравится. Любой. Слой, какие у вас есть. Попробуйте, поэкспериментируйте. Я остановлюсь на первом варианте. Вот на таком. Перехожу на второй кадр и включу анимацию, потому что она у нас отключилась временно. Смотрим, что у нас получилось. Проигрываем анимацию. Вот такая картинка. Звездное небо у нас получилось. Всего хорошего. Урок закончен. Удачи. Ваша Зося.